С вами снова я, Мария, из канала Мария Урыпина. Сегодня я сниму для вас видео с анекдотом на французском языке и с переводом на русский язык. Итак, давайте же начнем. Trois amis font des projets d'avenir. Moi, dit l'une, je voudrais être la femme d'un millionnaire. Moi, dit la deuxième, je voudrais être la femme d'un acteur très beau et très célèbre. Et moi, dit la troisième, je voudrais être la femme d'un archéologue. Mais pourquoi? Parce que plus tu deviens vieille, plus il t'aime. Перевод на русский язык. Три подруги строят планы на будущее. Я, говорит первая, хотела бы стать женой миллионера. Я, говорит вторая, хотела бы стать женой знаменитого актера. А я, говорит третья, хотела бы стать женой археолога. Но почему? Потому что чем старше ты становишься, тем больше он тебя любит. В ролях снимались Эзмонд Сырха и Венера, Изавра Авторха Эпплвайт Базовая и статуэтка из маминой коллекции. Также тут присутствовали некоторые статуэтки из коллекции моей мамы. Это коллекция фарфоровых статуэток. И на этом было все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!